Будь здоров! В Златоусте с рабочим визитом побывал главный онколог области. Андрей Важенин встретился с местными коллегами. Медики говорили о том, как распознать онкологию на ранней стадии и своевременно ее вылечить. Главный онколог области провел совещание в администрации округа, после посетил городскую больницу номер 6. С докторами Златоуста Андрей Важенин обсудил уровень онкологической заболеваемости в регионе. И нужно понимать, что вот интервал между появлением опухоли, как биологического такого субстрата, и появлением клиники – это 10-12 лет. То есть фактически мы сейчас лечим людей, которые заболели где-то там в начале 2000-х годов. И нужно понимать, что если даже мы сделаем в плане экологии вот завтра рай земной в Златоусте, еще лет 10-12 онколога будет работать непочатый край. Онкология, говорит Андрей Важенин, не приговор. Главное – обнаружить болезнь на ранних стадиях. Потому медики призывают горожан не пропускать диспансеризацию. Еще активнее работать с населением рекомендовал главный онколог области врачам Златоуста.